Всем привет, это ваша ежедневная доза интернета. Эти ребята ныряли у берегов Норвегии, когда обнаружили гигантское яйцо. Оно принадлежит кальмару, и внутри него тысячи отдельных кальмариков. Может быть, ты голоден, Стефан? Съешь меня. Не-не. А, Стефан! Съешь меня! Открывай рот! Ты проиграл, мистер Стефан! У вас были дни, когда вы чувствовали себя вот так? Это лунная улитка, а вот как выглядят яйца лунной улитки. Этот котенок поранил лапку и его лечат. От каждого поглаживания эта собака делает смешную морду. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, это видео сделало ваш день немного лучше. А перевел и озвучил Виски. Ага.